Доброго утра, друзья! Приветствую вас этим прекрасным октябрьским солнечным днем. Так, что у нас получается? Мы сейчас находимся в, ну, назову его удельный лес, но немного с другой стороны. То есть это огромный лес. Вот я его вот так прошел. Посередине, а сейчас я, ну, сейчас мы идем с другой стороны, тоже в сторону леса, в сторону центра. И вот в центре вот этого всего и были найдены уделы. И наша задача найти вот эту вот удельную поселушку, вот, основную и большую. Эта река, она как бы более большая, более основная, вот. Судя по размерам, раньше она была, я так предполагаю, судоходной, ну, чего, не была судоходной? Нет, но хотя бы она была большой, то есть это была полноценная река, это не какой-нибудь там маленький овражек. Вот, но от него отходит много отрожков, которые нам надо обследовать. Высоты, низинки, вот это все дело. Но это тоже не за один раз. Не знаю, за сезон получится или нет. Сейчас, может быть, опять дожди зарядят. Вот такие вот планы у нас на сегодня. Начнем, а там как уж пойдет. Какой-то, какая-то цветнинка попалась. Ты перчаток лежишь? Нет, перчатки у меня есть. Сейчас надо просто одеть их. А, ну, пробка. Обычная, классическая. Когда день начинается с пробки, это хорошо. Значит, впереди, возможно, будут и монетки. Периодически попадается какое-то железо, но концентрации нет пока. Железо то современное, то немного имперских времен.
Где ты? Ты не выкопал, наверное. Не, выкопал. Или здесь много его? А, ну, под... маленький гвоздик, это, но круглый, это не подковный, четырехгранный, но маленький, не домовой. Ладно, это уже значит, что жизнь здесь была. Продолжаем ее искать. Места что-то какие-то непоселушные. Реставраторы что-то тоже как-то не внушает доверия. Что-то вроде начинался на нормально, а сейчас превратился не пойми во что. А мы только половину его не прошли. Ни черноты, ничего нету. Ладно, сейчас дойдем до конца, потом на другой перекинемся. Но пока что-то не радужная обстановка. Нет, жбунь какая-то. Ну, старенькая. Да нет, не похоже, круглая. Круглая? Угу. Пока ничего нету, да? Угу. Какой-то, может быть, не знаю, но это гвоздь, но это, он круглый, но на советский тоже не похож, может быть, какая-то империя, относительно ранняя. Давай покрутимся, посмотрим, тут небольшая концентрация какая-то есть. Долбаная фольга. А что это, что туда? А, ну вот она. Опять. Угу. Советское это место. Место советское. Ну, вот такие лесные дороги. Они очень длинные, очень большие. Вот в таких местах мы и бродим. Так, где-то здесь должен быть уже начинаться овраг наш. Продолжаться. Дело такое, сейчас вот смотрим карты. Здесь вот, по идее, проходит какая-то низина, но низины здесь я вообще не вижу. Вот там впереди вроде бы где-то какие-то высоты, болот, но лес вообще абсолютно ровный, поэтому что-то как-то вот определиться с направлением.
По карте дома все было ясно и понятно. Сейчас здесь, здесь, здесь. А здесь что-то как-то абсолютно непонятно. Ну, у нас выбор. Можем вернуться на овраг. Но, скорее всего, так и будет. Либо на овраг, либо в чистом лесу. Ну, в чистом лесу смысл какой? Да, ходить вот по высотам, здесь сотни высот обозначено у нас. И вот так вот ходить, это смысла особого тоже не имеет. Ладно, пойдем тогда сейчас на овраг, и от этого отрожка, вот у нас там есть несколько высот относительно, заглянем на них, и тогда уже пойдем в сторону дома. Может быть, что-то на этих высотах зацепим. Ну, пойдем. Какая красота! Мухомористая. Ну вот, край болота идет. Вот мы по высоте вот идем. Но по-прежнему все стерильно чисто. Пойдем на другую высоту. Старая опята, да. Опенки. Хотя можно еще чуть-чуть подсобрать-то. Молоденьких-то вот этих. Вот берем. Ну ты уверен, это точно опята? Нет, я их не знаю. Ну и ладно, если ты не знаешь, я не знаю. Но вы очень похожи на опята. Ну, похоже. Ну пятнистые такие вроде бы. Ну, похоже, но... Но не будем их трогать. Да. Вот такую высокую я в первый раз вижу. Керамики нету? Нет, вроде. Камушки есть, но керамики нету. Ты видел еще когда-нибудь такое? Ну, попадались, да, иногда. Вот такие прям? Ну, старенькое деревце. Большенькое. Да. Вот они где все прячутся-то. Ага. Вот где они днем-то обитают. А мы их ищем, да? Хопок. Ну какая-то концентрация железа есть. Давайте смотреть, что это. К какому периоду это относится? Но керамики пока не видать.
железовый, ой, кирпича. Да где ты? Не видно? Кирпича тоже вроде бы не видно. Нож. Нож, да. Кованый, толстый. Угу. Что-то где-то здесь, да? Можно здесь посмотреть, да. Ну, давайте разыскивать. Ищем какой-то цвет. Лосиные мухи задолбали. Ты нашел? Или пропал уже? Нет, что-то я не пойму. О, ну наконец. Есть! Какая красота! Да, значит, здесь остаемся. Наконец-то я разложусь. Расложу. Только прибор. Я не понял, и то ли я его сломал, то ли нет. Видишь? Угу. Уже перчатки уже одеваю. Нашелся еще один хорошенький цветной сигнальчик. Что здесь может быть? Ага, сигнальчик усиливается. Волнение такое даже почему-то. Твою ж... Фольга. Ну вот как так, а? Вот как вот? Небитая фольга. Небитая домонгольская фольга, да. Ой. Ладно, ищем дальше. Ищем, да. Орёт там. Ага. Мне уже... Но здесь уже далеко от фольги. Здесь ее уже, наверное, быть не должно. Ну, скорее всего. А, нет. Это не фольга. Фольга. Фольга? Фольга. Да как она оттуда-то сюда попала-то, а? Ладно, что, ищем дальше. Опять ищем дальше. Ну а что делать? Крестик нашли? Нашли. Значит, что-то еще. Ножик был? Был. Значит, ищем. Сложно сказать, откуда здесь это взялось, но оно взялось. Она золотая. А хотя она здесь уже серебряная. Может, она позолоченная? Ну да. Вот, но с камушком. И это или стекляшка, или изумруд. Или стекляшка, или изумруд. Но здесь интересно, что это? Какое-то украшение. Но на кольцо вряд ли похоже. Это может быть привесочка какая-то. Потому что с одной стороны три дырочки, с другой стороны три дырочки.
И керамику ты нашел. Ну там, да, это кусочек керамики. Там тоже, по-моему, цветной сигнальчик. Ну сейчас идем посмотрим. На. Сейчас я выгоню. Что, пойдем к тебе? Ну, пойдем посмотрим, что там. Я только что в руке держал. А, это проволочек кусок. Это кусочек проволоки всего лишь. Здесь, наверное, проходила какая-то часть дороги. Вот даже попалось 3 копейки и 52 год. Делай лучше приближением, так это качество лучше. О! Сохранчик, в принципе, неплохой. Но если дорога, здесь, наверное, все что угодно может попасться. Будем вот так вот курсировать. Время у нас пока еще есть. Давайте ходить. Все-таки, мне кажется, это какая-то более старая дорога. Вот что-то вышло. Угу. А, это похоже на немного обломанный бесогончик. Ну, старенько. Крестик метров 300 отсюда. Вот, бесогончик, Совет и Империя. Но жаль без нижнего этого. Ну что? Да. Какая-то, вот опять, какая-то древнятина где-то здесь есть. Ну, где? Какая-то хорошая древнятина здесь где-то есть. Куда-то они шли откуда-то, куда-то, зачем-то. Но вот вопрос, откуда и куда? Что там? То ли Николай Первый, то ли... Да, Николай Первый. Что-то она какая-то окисленная. Ну, видно все, в принципе. Но это надо отмочить, она вот в каком-то наросте прям. Ну, ничего, такой стаканчик. Ну да. В мыле отмокнет, все с ней нормально будет. Ну вот, смеси имперо-советского мусора. Что, походим тут еще 5 минут? Давай. Может, еще что попадется? Уж больно хороший сигнал. Ну, мусор. Ну, сколько уже можно мусор откопать? Может, монеты. Может, крест. Шую бы найти. Да. А, во! Ага. Вижу. Ну что-то она какая-то усталая. Что-то они в лесу и убитые. Она, смотри, в каком-то прям уж наростах. Тых-тых-тых-тых-тых. Как в поле. Странно. Ну а может быть тоже отмокнет? Может отмокнет. Какая-то имперочка.
О, красавцы. Из всего леса три грибочка. Угу. Ну все, друзья, солнышко уже к закату. Время уже 5 часов. Мы сегодня за 6 часов 52 минуты прошли маршрут 11 километров. Проверили и высоты у болот, и овраги. Вот. Но маршрут был построен интересно. Перспектив было много, но результаты не очень. Что у нас сегодня? Маленький корсунчик, бисогон, две империи. Золотая жбонька. И 3 копейки 52-го года. Ну вот, нашли мы, вот где это корсунчик. Это, наверное, какая-то ультрамаленькая однодворочка, которая была крайне недолго. Там железа крайне мало. Вот, и рядом с ней кусок дороги, вот где и было практически все это обнаружено. Вот. В принципе, и все. Центр леса, высоты над болотами. Мы две высоты проверили. Никакие. Хотя они красивые такие, прям их видно визуально, что они вот плоские, высокие, но ничего там нету. Вот как-то так. Ну, время у нас еще до закрытия сезона еще много. Мы еще пойдем и в поле, и в лес, еще покопаемся. А я пока, до новых встреч.